И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven, Assassin's Creed Origins и DLC Незримые. Мы идем пока что по побочечкам, потому что почему бы и нет? Их тут всего три, ау. И они связаны с мейн-квестом, так что грех не выполнить. Путь Гора. Хочу напомнить, что самые юные из рабов должны быть направлены в новый отсек каменоломни, куда не могут войти взрослые рабы. Этот новый отсек, который называют Грот Сэшат, построен, чтобы разрабатывать недавно обнаруженные месторождения минералов. Если не боишься закрытых пространств, можешь взглянуть своими глазами. Дойди до конца подземных тоннелей каменоломни, тогда туда можно попасть со стороны моря. Ну давай. Сам такой. Со стороны моря. Простите, пожалуйста. Очень спешу. А где быстро подъем? Это не самый быстрый подъем. Ну ладно. Так, подожди. Со стороны моря. Ну как бы... далековато получается, не? Вообще, честно говоря, выглядит так, как будто бы это намек на вот эту вот пещерку. И походу так и есть, честно говоря. Нет, не точно. Подожди, что там было написано? В гроте. Нет, мне нужен грот. Если со стороны моря, то это прям к морю пёхать. Но как-то море далековато, по-моему. Не? Что там было накалякано? Ну, то есть, представляешь, там еще найти? Черт, еще улучшать. Я только уже, как сказать, порадовалась, что все. Я все улучшила. Угу. Дойди до конца подземных тоннелей каменоломни. Со стороны моря. Подземные тоннели. Так. Вот это вот меня вызывает вопросы. Ну это вопросик, это не то. Подземные тоннели. Вот где-то тут они есть, понимаешь? Поди найди. Вот это неопределенность. Иногда вот вроде ты понимаешь, что от тебя хотят. Вот это как с некоторыми папирусами. Ты понимаешь, что от тебя хотят? Но, блин, да пёхать. Иногда бывает просто непосильно. Слушай, может... Не прямо с моря. Может, как бы просто вот эта водичка подойдет. Как таковая. Может, где-нибудь тут вход есть? Эти что-то сражаются. Во, смотри, здесь что-то есть. Так, стоп, ну это не вход, к сожалению, это просто причал. Не, даже не пахнет. Я хз тогда. Самое сложное, по-моему, будет найти этот грот. Ладно, пока что пойдем сюда. Со стороны моря. Ну, нет, что? Восхождение? А? Все-таки нужно совершить прыжок веры. Ну ты мерзкая баба. Я ж стояла рядом. Задание пропало, я такая... Подожди тогда. Я ж хотела прыгнуть, а потом думаю, блин, не. Она вроде... Ну, как бы вняла, и все. Ну ладно, давайте тогда ей пока займемся, потом я найду вход в этот грот. Там разберемся. Гера, почему Гера? Господи, Гера вспоминает меня. Прыгнуть, дурында. Я ж хотела прыгнуть, черт. Но там высадилась.
Другое задание. Это, конечно, странно все смотрится теперь. С учетом того, что мы переждали. Давай, становись Азазином. Я ж хотела, блин, прыгнуть. Сейчас. You are reborn as a hidden one. How do we proceed? We have a bureau and a ceremony celebrating your pledge. I will enter the shadows. Welcome to the Brotherhood. Ну, они уже братством называют именно себя. Ой, господи. Хорош. Легендарное верховое животное? Да, интересно. Не, надо найти, слушай. Может, как-нибудь тут можно все-таки протиснуться где-нибудь, а? I should be cautious around here. Со стороны каменоломни. Этик! Покмолдо! Fuck off! Мужчина. Что, принял, что ли? Странно, они вроде уровнем поменьше, но почему-то бьют так, как будто бы они уровнем побольше. Не, я понимаю, что со стороны моря. Я понимаю, но, ну, блин. Там со стороны моря можно очень долго ходить, на самом деле. Может быть, это просто вход со стороны моря в каменоломни. Но не именно там, у моря. Понимаете, да? То есть дырочка сама со стороны моря. Значит, нужно с этой стороны искать. Что-то где-то. Блин, я прямо над. Нет, слушай, где-то что-то где-то тут. С другой стороны, грот подразумевает то, что вход должен быть где-то реально у моря непосредственно. Как-то это ни херена не очевидно. Так, ой. Это я зря так. Давай еще разок. Ну вниз, Сеня. Здесь дырочков никаких нет, правильно? Есть только вот это вот место, но непонятно, оно это или нет. Ну, кстати... Не-не-не, подожди, не то. Сейчас посмотрим. Мне начинает раздражать это задание. Может быть, это, конечно, просто я тупая. Ну, как бы... Тихо. Где? Где оно? Моё? Моя отметка. Грот подразумевает именно вход со стороны моря. С другой стороны, это может иметься именно то, что вход смотрит на море. Как просать это вот? Нет, все-таки да, вход со стороны моря, а не то, что прям грот, идите к морю. Все нормально. Знаешь, что я тебе скажу? This is the secret quarry the rebels spoke of. I heard Aretas killed himself instead of coming here. Please, Osiris, come and tell me. Блин, офигеть, дети реально смотрят. He preferred death to slavery. Детишки, я вам проделаю вход. Вход. Выход. Выход отсюда. Ха-ха. You must be the killer shadow Haganu sings of. This is no place for a child. Yes, Neb. You see the hungry eyes on the children here? All bought of a slave merchant on the way of Horus, where he rides his shiny mount. I will kill this sick soul.
and you will see the sun again. Thank you, Killer Shadow. You are living up to your good name. He will free us. Thank Amun. Видимо, поэтому он взял прозвище Амон. Давно он его назвал Shadow Killer, да? Теневой убийца, грубо говоря. Или как он там сказал? А тут призрак. Вообще, зачем я выхожу вот таким образом? Объяснит мне кто-нибудь? А, во, кстати, смотри, видишь, нас как раз подвигают туда сходить. Можно было бы, кстати, но, пользуясь то, что мы в этой локации, мне кажется, имеет смысл хотя бы начать это задание, потому что если оно в этих окрестностях, мы его здесь сделаем, а потом уже будем прокладывать путь на север, и там сможем доделать его. Вот эту вот побочку я имею в виду. Мы просто знаем теперь, где это. И, в принципе, все. Тут анимация хромания, она очень прикольная. Прости, снова. The mountains of the Sinai hide the tortured souls of the dead. Hey. What is this all about? Have you not heard? The old necropolis up in the mountains is haunted by all the dead who cannot enter the afterlife. Ah, someone should look into that. Так, ну-ка, где это? А, ну это уже ближе, смотри. Замечательный. Мой верный боевой конь. Все-таки не зря я его купила, потому что я катаюсь в основном только на нем. Сюда. Сейчас The Walking Dead. 8-й сезон. Ой, я уже перестала, честно говоря, смотреть The Walking Dead. Надоел еще на 5-м. Потом я посмотрела, к своему сожалению, первую серию 7-го сезона и поняла, что нет, все, хватит. Зеленая лошадь. Neb, do you need help? My wife is ready for her journey to the Hall of Anubis, but my knees quake with fear. What awaits me at the necropolis? I have heard stories to turn a young man's hair white. I am headed there. I will take your wife's body if you like. Would you? I will be 1000 times grateful. Так, ладно. А, слушай. До меня только сейчас дошло. Хотя это не точно. Я все задавалась вопросом, что значит восприятие сено увеличено? То есть я думала, она лучше и быстрее начинает все видеть. Что-то я побежала. Я думала, немножко по-другому это должно быть. Я думала, что она быстрее увидит, и мне казалось, то, что действительно так. А сейчас я начинаю ловить себя на мысли, то, что зона обзора как будто бы у меня тоже увеличивается. Очень сильно причем. Но это не точно, опять же, может мне так кажется уже. Просто мне казалось, то, что это именно то, вот как быстро и хорошо Сеня находит всякое. Ну, то есть, чтобы прям четенько на это навестись или нет. Потому что иногда вот так поднимаешь взор свой орлиный, и она сразу все видит. То есть не нужно прям на эти по миллиметру все выслеживать, вынюхивать. А сейчас вот что-то я задумалась, потому что как-то орел у байка тоже возрос как будто бы. Может, местность такая и кажется так. I have a grim foreboding. Что-то нас вам кроют, слушай. Мы, по-моему, вообще как будто бы в другую локацию переходим.
Stories of evil may be true. Байка, по-моему, накрывает, потому что еще какая-то вибрация сейчас была такая странная. Визуальная. Факел, что ли, с трупом на руках? Да, вот evil lurks here. Так, ладно, сейчас положим тело и пойдем выяснять. Это было неприятненько, конечно. Псих какой-то. Storyteller's song may be true. These are the sounds of a wicked spirit. Блин, это пипец, это неприятно так. Так, где... Фу, такой неприятный смех, прям реально ж... Ну, как бы, я понимаю, мне не страшно, но неприятно очень. Может, у меня еще ассоциации с чем-то идут. Ну прям фу. Вот этот еще ладно, а вот когда он хи-хи-хи, вот на вот этот вот переходит, это вообще дичь какая-то. These are the arms and legs of the dead. Someone is desecrating them. Он, по-моему, ест их. Мне было так, была такая мысль, то что звуки жевания были. Но я думала, мне показалось. Слышь, мы не челом это. Who dares interrupt me? I am the incarnation of Set, god of chaos. He who dismembered Osiris and spread pieces of him all across Egypt. You are a desecrator and a murderer. You are the incarnation of Iset. Come to stitch her husband together. You shall not. Ты факелом забью, тварь. Trouble the dead no longer. Нут. О, богиня. Нут, мы чтим тебя. О, владычица неба, дара тот. Та, что каждое утро дает жизнь солнцу и поднимает нас к небу после смерти. Мать Осириса, мать Сета, славься. Блин, жесть. Че, больше ничего тут нет, да? Что-то запалилось только что и слышала. Господи, мне, кстати, кажется, это здание можно было бы сделать подлиннее. Чуть-чуть. Самую малость. Была штучка-то. А, это ты. Is my wife at peace? No one will prevent her journey to the field of reeds. Thank you, my friend. Так, хорошо. Вот мы, в общем-то, и сделали это задание. Ну и все, считайте, побочек нет. Ну вот это, ладно, есть еще. Ну это песенки какие-то. Так, если брать... О, тени скоробей, кстати, рядом.
давайте это тогда сделаем, раз это ближе. А, это эти. А почему он тогда ближе считается? Я что-то забыл, что это они. А почему? Почему так? А где этот северный чувак? В смысле, оно залутано? Э? Когда я успел-то? Неясненько. Ну, ладненько. Ну, пойдем попробуем. Мы 44-го, я думаю, уж как-нибудь заговоряем. Ну, тут-то ближе, конечно. Ну, ладно. Мы сперва доскачем туда. Отметим эту самую. Как ее звать-то, а? Точку перемещения, потом телепортнемся на юга. Hey, wait. Where did... wait a minute. И оттуда уже до второй цели. Не суть важно. Надо главное не забыть точку перемещения открыть. Иначе грустненько все это будет. Whoa. Главное ее найти. Во, открылась. Так, а где точка? Ой, целый город, твою мать. Поехали, поехали быстрее. Я хочу посмотреть. Сейчас попутно. Откроем. Вопросик. Хотя здесь, скорее всего, лагерь тупор. Ну, естественно. Крепость Клостра. Коза Ностра! Та-ра-та-та-та-та-та. Ой, что-то сумерки. Интересно, кстати, вот после того, как мы пройдем DLC, я смогу туда-сюда скакать, оно будет считаться как прошлое время и 4 года спустя. Или оно... Вау. Или оно просто вот будет. Может, хоть здесь Умбру засунут. Сюда, вернее. Собачку-то нашу с финалки. Вряд ли. Хотя, вдруг здесь тоже черные ноги где-нибудь найдутся. Вот, кстати, уже начинают проявляться. Папирусня. Коза Ностра. At last we meet Magi. There's the old Magi. Come here. Ау-ау-ау-ау-ау, чувак! Эй! Это действительно Байек? Старый Меджай? Я поставил его сердце на плато. Я поняла силу боевого лука. Адреналин, конечно, с ним взлетает за секунды. You still dress the part, Magi Scout. Ну вот он и закончился, в общем. Who do you hunt for, huh? Tell me, or face your final breath. Это зря. Ну тут и наглость, конечно. Да слышь, у тебя миллиметр там остался. Ну-ка сдохни. Добить наверняка, да. О, хищник. Хороший причем. Найс. Какая-нибудь записка-то с тебя будет, не?
расколоться. Ну и не надо. Не раскололся, сволочь, смотри. Так, давай засунемся внутрь. Храм Тота. Ой, вот эта проблема с окнами, господи. Кто играл в последних ассасинов, тот поймет. Ну ладно. Арсеное. Записка Геродоте. Я пытаюсь использовать этот греческий текст за авторством Геродота в своих изысканиях, но история Египта в его изложении полна ложных сведений и чудных баек. Например, он утверждает, что в Египте женщины мочились стоя, а мужчины сидя. Глупость. Да, он написал это 400 лет назад, но едва ли с тех пор обычаи изменились. Значит ли это, что все его утверждения ложь? Воу. Что за фэнтези поперло? Массы. Там как будто бы вход, да? Смотри, будет. Смотри, там намек. То, что солнце должно светить вот в этот вот шпиль, это загадочка. Так, предлагаю тогда сейчас забраться туда, наверх. Так, подожди. Нам все равно нужно отметить. Наверх, байк, наверх, а не в бок, пожалуйста. Слушай, загадочка. Ты на тряпке? Блин, это дичь, конечно. Черт, этот самый я так не взяла. Ладно, не страшно. Так, что-то загадочки. Даешь, еще. Ой, блин, я все-таки обожаю сочетание черного и золотого. Это очень как-то, не знаю, дорого выглядит. Хотя мне нравится не поэтому. Просто очень как-то красиво. Приятное сочетание цветов. Хотя, казалось бы, да, совершенно разные цвета. Ну, в том плане, что желтый — это из степи голубого, зеленого, такого салатового, знаете, светлого, чего-то доброго, вечного, а черное — это черное. Ну, вы понимаете, да, что я хочу сказать? Сила в контрастах, черт возьми. К сожалению, вот здесь сверху я никак не могу дождаться. Утро. О, видишь, даже вот видишь? Что-то пасмурно, да, сегодня? А, пасмурно, поэтому солнца не будет, да? А, может, в этом и прикол, слушай, то, что нужно дождаться, пока солнце именно будет. Ну-ка, подожди. Может быть, солнце будет после каких-то миссий определенных, и нужно будет очень быстро сюда телепортнуться? Потому что сейчас, ну, как-то попахивает... Видите, пасмурно, реально. Они специально это сделали. Или даже нет, не пасмурно. Это, наверное, в полдень, потому что мне, видимо, автоматом слишком рано встает, потому что, вот видите, еще луна. Нужно, видимо, побегать какое-то время, чтобы солнышко немножко успело выползти откуда-нибудь, а потом специально подгадать момент и прийти сюда. Хитро, блин. Хитро. Так, ладно. Что тут есть вообще? А чё у тебя вся такая страшная? Кусики разбегаются. Пойдемте за папирусом. Может, пока мы ползаем туда-сюда? Может, оно и приоткрыто. Слушай, а может...
Хрен там. О, смотри. Сколько там всего. Не, видите, то, что, да, солнце должно светиться, и тогда это откроет дверь. Нужно, короче, дождаться солнышка. Так, можно зайти, пожалуйста, внутрь как-то? В Арсионе есть обелиск, что позволяет увидеть время. И в полдень... Да, вот оно и есть. В полдень его тень указывает на меня и на морских звезд. Это как раз вот оно и есть, по-моему. Вот эта вот штука. Про полдень. Блин, ну полдень надо дождаться. Жалко, у нас нет времени как-то. Можно было бы, конечно, пока стелепортироваться, убить вторую фекальку. Потом мы здесь доделаем дела. Либо побегать, кстати, тут посмотреть, что тут есть. Арсеное. О, кстати, этот кочевник наш. Давай пока в арсеное метнемся. Подождем, пока солнышко реально выглянет. Режим кошмара. Не, спасибо, что-то не хочется. Мне кажется, это не та игра, где это реально было бы интересно. Короче, ждем солнца, а там оно само развернется. Я сегодня не умею разговаривать культурно. Привет, пацан. Давно не виделись. Типа. Не дает мне с ним поговорить, зараза. Мне нечего тебе... Ну, есть, ладно. Все, можно я с тобой поговорю? Вот с тобой, пацан. Пацан. Блин, навязывают. Не говорящий сегодня, да? А, да, нет уже ромбика, господи, не обратила внимания. Я так привыкла, то, что если он где-то есть, значит, с ним можно поговорить. Вот хрен тут. Вообще, кстати, странно, что DLC-шное задание нам не дают поговорить с ним. И прикинь, сколько там? Несколько, по-моему, миллионов. 2 миллиона блоков, что ли, в пирамидах? Или что-то такое? Ну, ладно, 2 миллиона что-то многовато. Хотя... Не, по-моему, какие-то такие цифры, блин, дикие. Вот прикинь, вот этот, каждый вот этот вот... Тащить, это ж возможно? Купить, что ли, у тебя? Коричневый, желтый. О, вот это тут. Воин пустыни, давай. Хранин. Давай хоть посмотрим на него. Снижение. Где оно есть-то, господи? Ну, такое. Очень оранжевое. Еще крестики какие-то непонятные. Ну, забавно, конечно. В пустыне хорошо в этом бегать, да? Прям так по атмосфере. Так, а мы возвращаем свое незримое. О, могу еще улучшить, слушай. Урон в ближнем бою. Ну, возрастает не так, что прям много. А вот скрытый клинок как-то веселее. Так, все это очень весело, конечно. Где мой полдень, я вас спрошу. Так, что тут есть? Ой, тут что-то дичь. Вот она, будущая пирамидка. Здесь не какая-то пирамида. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Хорошо, ладно, допустим. Пользуюсь тем, что здесь все равно особо ничего нет. Это наверняка все лагеря. Куда мы еще, возможно, попадем по каким-то основным заданиям? Мы сейчас, наверное, все-таки на юг телепортнемся, убьем фекалоиды. Понадеемся, что пока мы это делаем, выглянет солнце нормально. I should meet with Gamelot near the pyramid. I cannot believe this pyramid is being taken away. А, ее разбирают? What's the cause? Так, подожди, Гамелот, а это по какому заданию? Закатное солнце. Окей, давай сделаем это, коль мы тут. Может, и солнце реально выглянет к тому моменту нормально. Если оно не зайдет, пока мы будем где-нибудь там в недрах. Потому что, я так понимаю, мы сейчас туда пойдем. Солнце, солнце. Ну, оно вот там вот потихоньку выползает. Давай быстрее тогда. Заберешься? Нет, чистокол уже такой страшный и острый. Так, ладно, сейчас. Так, слушай, как бы так забраться-то? Что-то я вообще не туда полезла. Но я, в принципе, угадала то, что мы так и так будем здесь по какому-нибудь заданию. Смотри, только подошла, и вот. Хорошо, что он, кстати, сказал, потому что до меня даже не допихала бы. Так, ну, сейчас, наверное, часов 8 утра, да? Черные ноги, Умбра, ты где? Я не оставляю надежд, короче, вы понимаете, да? Если вы не понимаете, что за черные ноги, что за Умбра, забейте. Не думайте даже об этом. Gamelot, there you are. Oh, gods. Glory and heroes are all that a people need. It makes life livable. Bayek, our hero. Just in time. We are planning our raid on Tamos, Rufio's mason. Ah, he's the one leading this pillage. Yes. The temple will be gone soon. The pyramid as well. Tamos does not care about Egypt. He has employed Nabataeans to carry out his sad work for Rufio, a soulless waker. He would give Amun to Rome as a slave if he could. The people need monuments and sacred sites. If they disappear, the people's spirit will be crushed. They will remain if we kill this Tamos fast enough. Зашибисечка. Ну вот, сейчас по бурику сделаем дела. This is our best chance to kill him. Away from his camp. We must take him now. If we kill him, we will be seen as legends. Ну, налево, налево. I will fight beside you with all my heart. Shh, quiet. Stay focused. Ребятки, вам удобно с руками и головами в текстурах? Да. Так, он где-то там вышкается. Romans are all around the pyramid. Faithless bastards. Когда, знаете, за раз много показывают, прям немножко страшно становится. Каждый раз как первый. Be careful. Ну, крикни еще погромче, чтобы мы все услышали. Стоять, тварь! Он что, подмогу вызовет? Это смешно будет. Уже вызывает. Нет! Не успел, не успел. Скажи мне, что не успел.
Не успел, да? Ого, хорошо. Миллиметраж, реально. Я первая. Ну, эти, правда, все согрелись, но это не важно. В смысле? Чё, офигел? Он сам прыгнул, я вам отвечаю. Он опять прыгнул сам. Скотина. Isn't here. Nick. Gamelot. Что-то он помнил. I'm okay. There's a secret passage down here. Huh. I should join the hero. Ой, подохнем мы из-за него. Не надо. Байк. Не. Так, подожди-ка. Упасть мы всегда успеем. Вот, посмотреть, что тут нет. Графитик. Смотри, еще один выход. А он где? Он... Что-то непонятно где. Ну, то есть я-то вижу себя, конечно. А, нет, подожди, вижу. Вот прям вот там, вот, да? Вот она щель, да? Ну... Теоретически где-то там, короче. Нет, давай посмотрим, чтобы я запомнила. Вдруг пригодится когда-нибудь. А, вон оно как. Мне что-то показалось. Господи, не пугай меня. А, ну, в принципе, это сложно не заметить. Окей, ладно. Ну, неплохо, слушай, несколько входов. Мы, конечно, пошли самым странным. Так. Так, только не сильно глубоко, Байк, пожалуйста. Я уже думала, он сейчас расшибется об этот кусок. Это как тогда, помните, мы в воду прыгали, и об столбик сдохлись. Сейчас была бы такая же история, мне кажется. Если не миллиметраж в нашу пользу. Так, подожди, это... Ну вот же. Звук еще такой приятный. Прям... Максимальное удовлетворение от происходящего. Я эту штучку не взяла, что ли? Да, ё-моё, в смысле? Или она тут где-то? Или она там? Она под ту сторону, по-моему, да? Ну, Байк, ну выныривай. Он не могёт. Зараза. Amazing, isn't it, Bayek? Uh-huh. There must be a barrel buried down here. Да, a hidden chamber of our ancestors. Ну куда? Да. Mm.
помощью усыпления, конечно, при блокировании, да? Хотя ладно. Так. Ну так что ты там говорил-то? Кого там убить? Что там сделать? Magnificent, isn't it? Угу. Check for treasure. More of it. To fund our cause. Да я уже все сделал. We should leave and get Thamos. That is our priority. Ага, сказал Байк, заблутав вообще все, что здесь шевелится. И не шевелится. Ну, а его, я так понимаю, мы оставляем позади этого чувака. Ой. Чё-то загадки во тьме. Блин, сейчас солнце взойдет и всё. What is this? What were they constructing down here? We will need to find a way through. Загадки опять. And what of this pyramid? A failed venture of Tahaka's in honor of the pharaoh Amenisi. Legend has it a sacred rock fell from the sky. Tahaka was seeking shards from this rock. Rumor has it they are stored in this pyramid. How I would love to find them. Haganu calls them the Shards of Star. A blade made of these shards would make its bearer very powerful. I would love to see you wield such a weapon, Bayek. These shards cannot fall into Roman hands. Не знаю, что дело, но мне кажется, нужно на эту наложить всякое. Чтоб верхняя поднялась повыше. Ну это не точно. Систер. А? Шла, нашла что-то. О, идеальный меч прокачался. А как-то он так? А, нет, он не прокачался. Это я специально взяла так. Подожди. Какой еще нафиг систер? Что он тут делает? Это не то? Чё? Где систер? Чё это было вообще? Я не успела даже осознать, что это за предмет такой. О, кстати. Ну нет, что-то я не въехала. Покажите еще раз. Ну. Пойдет? Да, отлично. Так. По-моему, я переборщила, да? Мне что-то казалось, нет, нормально все. I cannot climb like you, Bayek. Help me get to such great heights. Я не туда посмотрела, нормально все. Все идеально. Сейчас нужно только понять. Stay on this platform while I find a way to move it. А почему он не может забраться сюда? Что значит оставайся на платформе? Он даже не подошел сюда. Может, перестаралась с количеством этих самых? Вообще вряд ли. О боже. Увлекательный геймплей. Байк,
Что-то я не очень понимаю, честно говоря. Может, я реально перестарелась? То есть очевидно, да, что ему платформу эту нужно опустить. Но как бы она, по-моему, ниже не опускается, не? То есть, что ему мешает забраться на нее? Вот, она ниже не опускается. Что я стою, что две платформы стоят. Давай забирайся, слушай. Ты хочешь сказать, что ты не можешь? Идиот. Не, ну я по-моему, не могу ниже эту платформу опустить, в принципе. А на ту, как бы, ему вставать нет смысла. Мне нужно его туда поднять, вот на ней. В чем проблема? Сейчас я, конечно, попробую с нижней убрать лишние блоки. Ну. Так тупо. А, слушай, подожди, у меня есть идея одна. Может быть... Просто здесь есть лестница, вот видите? Ой, точнее не лестница, но вот это вот, типа лестница. А, вот, смотри, иди сюда скорее, дебилоид. Иди сюда, я опустил. Иди сюда, я тебе сказала. Сюда. Ну, спасибо. Угу. Все. I'm ready. In place. Аллилуйя. Я уж думала, я смотрю на нее пуск... А, ну да. Я смотрю, он не опускается ниже. Думаю, что за фигня? By the gods, it's working. Еще бы. I'm rising like the sun. Almost there. Что значит almost? А, типа мы еще не... Ох ты ж, твою мать. Блин, серьезно? Теперь уже сюда накидать, чтобы перевес был достаточно. О-о-о-о-о. Тебе хватит, я надеюсь, вот этого? Скажи мне, что да. Да-да-да, хватило, по-моему. Да. I have reached the exit, Bayek. Oh, thank you, great hidden one. Он бы меня поднял? Ну, медленно. Черт. Увлекательнейший геймплей. А ты так умеешь? А, ты просто сквозь стены прошел. Прекрасно. Без вопросов. Snakes everywhere. My father died from a snake bite. Come on, my Sunny. Уже такой. Snakes remind me of Abed. I have fought Abed before. More junk in our way. Not a problem. Это такой, это то байк. Ничего страшного, все нормально. Ничего, обойдется. So Thamos serves Rome. Yes, I'm sure he works for Cleopatra even. Rufio is Mark Antony's general, and so they all defer to that savage couple of monarchs. None of them can be trusted. She is the rightful ruler by blood. Her dynasty is ours too. Many Nabati. Stay on the platform. I will make it rise. Серьезно? Блин, вот он не договорил и все, понимаешь? Господи, немощный. Вот надоели еще, знаете, в оригинальной игре вот эти вот загадки. Слава богу, они не были не в каждой пирамиде. Вот честное слово. И вот тут вот по новой, понимаешь? Так, подожди, отлепись пока что. Это прям выше моих сил. Достаточно этого будет. Спасибо, что здесь побыстрее все это было. Так, ладно.
головой по мосту. Байек! I think I may have found the shards of star! What have you found? A scroll! Neck! Not the secret objects I was hoping for. Let's get out of here! Почитать-то хоть бы дали? Что-то проломил здесь, проломил там. Так, ну ладно, вроде ничего нет. Our troubles are not over. One more battle before we are free again. Да когда он успел при смерти-то? Господи. Вот так это делается, понимаешь? Солнце, между прочим, уже выглянуло. Ты мне палки в колеса ставишь, мужик. Давай быстрее, а? You keep the scroll. It means nothing to me. Perhaps you can learn more from it. Вот, спасибо. I will get the rebels at my outpost to lead the attack on Tamus. Too many innocents may die. I will do this alone. As you wish. Rain upon him like the soul of the sky. A mysterious poem. Later I will explore the Temple of Thoth. Нет, Нут, богиня ночи, плюнула на землю огненным шаром. Из небесного металла, прочни которого нет, выковал бог-кузнец Птах два сияющих кинжала. Спросил Птах, где мне их спрятать? Ответил, рассвет покажет тебе. Ему кристалл тот, вместилище света, отнес его в храм тот. Такое ощущение, что это опять к этому обелиску отсылка. Уже две вещи к этому отсылаются. Так, чувака-то вот там вот нужно убить, но храм тот у нас вот. То есть, знаете, такое ощущение, что разработчики специально натыкали, чтобы не пропустить нашу прекрасную, великолепную загадку с солнцем. Ни в коем случае. Вот вам целых два задания про это. Ну, создается такое впечатление, если мне не показалось, то, что это реально про одно и то же. Так, ну будем считать, что типа полдень. Вообще-то надо было немножко по-другому спускаться, ну ладно. И так пойдет. Открываешься там? А, еще солнце не попало, да? Блин, и сколько мне ждать? Или полдень уже прошел? Я, конечно, понимаю, что солнце там ни разу не в зените. Может еще рано? Где оно там? Блин, оно вот туда должно подняться. Это же дофига времени ждать. Пойдемте, пока чувака убьем. Еще время-то тратить. Вот это я зря! Смотри, как тут красиво. Татар. Ой, тихо, Сень, не надо. Так, ну ладно. Вообще, я думала, я опоздаю, если честно. Солнце еще даже не успело подняться. Вообще, кстати, как будто бы оно в самом начале дня, после нашего быстрого перемещения, двигалось быстрее, чем сейчас. Душа, посмотри, где оно, где мы. Так, ладно. Не, я хотела папирус найти
справляет нужду. Господи, я не хочу знать, кто. Хотя здесь, кстати, собачки умеют хикать на кустике. Я заметила за кадром. Где мой этот самый, слышь? Где моя папиросня? А, вот она. Так, ты еще недостаточно высоко. Пойдем. You are no Mason. And Amun does not run in your car. Only Anubis does. Так, а где папирусня? Ну что, что было? Это зона. А где папирус? На, вон он. Он наверху, что ли? Серьезно? Блин, ну ладно, давай по парику. Ой, кого я обманываю? Потом. They will attack on sight here. Пускай они там пока что исследуют убийство. Ну как ты видишь, что меня, объясни мне? Ну, не считая того момента, что у меня щит светится на солнце. Байк, ты меня подставляешь очень сильно. Старте! Конкуэско! Морс! Вер алидер! Проведере! Туилок! Этак! Эксторе! Сик! Рекури атлиера! Шли бы лесом, господа. Ну, типа попал, хорошо. Руфио, the shards of stars still elude us. The order is eternal. You are ephemeral. Неприятненько, конечно. Так, ну, коль мы тут типа закончили, да? Взял-то мне тут нечего. Ну, кроме сбора сокровищ, конечно. Так, пускай они там орут, бегают. Я хочу проверить... Ага, хрен тут. Так, ладно. Сделаем по-другому. До свидания. Есть, кстати, есть быстрый подъем на эту башню? Ну, это не башня, но вы поняли. Воу.
Может, кстати, про этот обелиск имелось в виду? Ну-ка, подожди-ка. А, нет, корни древа жизни. Это вот как раз вот опять же. Вот на то вот указывается. Ну, Байк. Ну, не идиотничай, пожалуйста. Чё ж ты такой медленный-то, а? Чуть не померла, что это было. Солнце, между прочим, уже практически в зените. Байк, не надо так. Ну, пожалуйста, ну заберись ты по-человечески, ну. О, господи. За что ты так со мной, а? Так, хорошо, вот отсюда, вот туда. Вот, почти, давай, хорошо. Подвое. Так, 400 лупа посередине, да-да-да. Давай, скажи мне да. По-моему, все еще нет. Какого хрена, блин? Открывай ворота. А, вот так вот можно было, да, еще? Is this the story, Crystal of Thoth? А. Ну, вот. This shows the Crystal of Thoth on the pinnacle of the obelisk. Ах, вот так вот это делалось, да? А, я еще обратила внимание наверху на дырочку в этом, в наверши. Думаю, почему дырочка? Никогда такого не было. Оказывается, нужно было разбить, воткнуть, и оно... О, боже. Я, честно говоря, почему-то думала, но это, видимо, эффект от фэнтезийных этих всех, то, что... Корни разойдутся или что-то такое, я не знаю почему. Это фэнтези, видимо, на меня так влияет. Ну, в принципе, мы ничего не потеряли. Мы дождались полудня. Так и так бы пришлось, правильно? Так, и куда ты светишь? И чё? А, подвинуть же надо, наверное. А, the mirror reflects the light from the crystal. Ну, это как-то очевидно довольно. Мне здесь загажено. Не, мне вот сюда надо, слушай. Мне же надо, чтобы оно светило в эту. Я немножко не то выбрала. А смотри, здесь загажено. А как поправить? А вот так. Так, подожди. Но оно вроде светит, не? Или я как-то не совсем правильно? Подожди, может быть... Сейчас, подожди. А откуда ты светишь, кстати? Не, ну ты светишь как... Очевидно, что это не... Не, очевидно, что... А, вот ты не достаешь. Видимо, там миметраж. Понятно, ладно, сейчас. Нужно прям аккуратненько, слушай.
Так, ну вот ты попадаешь, а вот ты что-то не очень. Вот. Вот не очень люблю, когда вот в подобного рода загадках прям. Миллиметраж, потому что если загадка не очень очевидная, то ты ее вроде как бы решаешь, например, да? А из-за миллиметража вот этого. Оно не работает, и ты думаешь, что ты сделал что-то не так. И начинаешь придумывать то, чего вообще в принципе быть не может. Хотя ты уже, например, все сделал, решил, и все зашибись должно быть. I have never seen such swords. Made of the strongest iron. And have not rusted in all the ages spent under this tree. Кинжальчики парные, смотри-ка. This must be the treasure Thamos is searching for. Возможно. Nice. Слушайте, ну просто два в одном. И этого жирного убили. И оружие получили. Так, ну это выход, подожди. О! Лодочки всякие. Тин-тин-тин. Ой, простите. Так, вторую комнату. Можно создать предмет, какой? А, вот этот мусор. Не, спасибо. Да! Откройтесь двери. Так. Подожди. Сраные змеи. Да, господи. Как ты не проснулась, ты не умерла. В голову получила. Не проснулась, не умерла. Так, подожди. Давай все-таки посмотрим, что тут. Подстава, я могла сюда зайти с самого начала. Наверное. С этой же стороны открывается? А, ну если только оттуда. Все, тогда ладно. Тогда без вопросов. Так, здесь что-то было. Синенькая записулька, по-моему, была, не? А, во. Низкие деяния. Брат, римляне стали подозревать, что в храме дети из Мемфиса. Теперь мне грозит опасность. В ближайшие недели нам стоит не общаться с Харвой. Тем торговцам рабами. Ничего не бойся, твои деньги, как обычно, лежат в тайнике на крыше. Окей, намек понятен. Хотя и без намека все было довольно очевидно. Прелестно. Ну, как-то так, пойдемте туда. Сходим. Мы там еще не были. Ну-ка, оп. Во, красота. Замечательно. Ой, смотри, как красиво. Что у нас есть? У нас есть фекалоид, кстати говоря. О, и он совсем рядом. Нет, стоп, это не то. Это Харва. Литера... А, Харва же, точно. А где фекалоид? Пойдемте тогда еще его заковыряем. Не то, чтобы он был далеко. Серия убийств и секретов.
еще так на дорогу вылезем. Серика ж получится километровая. Ну ладно. Слышь, блин. А может, им нравилось, слушай? Может, это у них игры такие были, а я им помешала? Best price for you, friend. Тауэр, им я не пейтен. Байн ре, шатыю. Ну, хабехне. Ну, как я могу продать? Это же мое заслуженное. Так. Давайте так, если он там стоит просто где-нибудь в кустах, мы его убьем. Если там двухкилометровый лагерь вширь и вдаль, то в следующей серии. Так что молитесь, чтоб там ничего такого не было. А там посмотрим. Блин, давай, давай, ускоряйся. Кажется, кстати, здесь стоило проехать, но ладно. Хотя, мне кажется, там точно... Интересно, он проедет? А, смотри, объехала. Умная лошадь. Не-не, давай направо. That horse is draped in finery. Must be the slave merchant. Ты ж как удачно-то, ну? Yes, fill him with arrows. Damn the you! Gods, ruining my work. We will take freedom again. Amun-Ra has sent the liberator. That mount could come in handy. Ой, он едет-то не туда. В лагерь прям едет, сволочь. Я умираю. А чё это я? Чё, балдели, что ли? Это всё огонь, да? Так, господа, что-то вы одурели. О, он зовет подмогу. Я сейчас сдохну. Так, на секундочку. Ладно, будем выкашивать по одному. Блин, кто это делает? Это ты, что ли, со своим сраным копьем был? Так, ладно, мы сделаем по-другому. А чё жизнь-то не восстанавливаются, аля? Давай до максимума. С каких? О, вот, спасибо. Я тут не могу. Блин, сраный лагерь. Ладно, мы уже начали. Что ж ты такой быстрый-то? Бесишь. Так, ну по идее здесь где-то должен быть тайный, секретный, незаметный проход. Но его нет. Стелс просто от бога. Весь лагерь уже по контуру обошла. По контуру, почему по контуру? Дебил. Причем он как бы не заметил даже, на самом деле. Он как бы воскликнул, но штучки, то, что он меня заметил, не было. Прикинь, да? Лол. Я-то испугалась уже, оказывается. Он и не видел ничего. Давай, чувак, иди сюда. Ну, направо бы пошел, точнее, налево. Дебилы. Хотя, ладно, давай еще и тебя заковыряем. О, внезапно. Ноги торчат из кустов. О! Так, ладно. Все чрезвычайно весело.
Но не так, чтобы... Вот это зря. Чушь, а вот эти заметили прямо издалека. А вот ты сволочь, конечно. Ничего не было вообще. Плохо дела. Не могу понять, они меня видят или нет. Они меня, по-моему, не видят. А, не, видят, видят, нормально. Ладно, хрен с ними. Намесня! Чё ты встал-то, я не тебя хотел убить. Что ж ты так орешь? Ну, вот это наглость. Да-да-да. Чуваки, свободу! Свободу пингвинам! Попугаем! Помидором. Чужой. Чё ты докопался-то? Мочить, убивать. Так, где этот-то мой? Чё-то я отвлеклась. Увлеклась, вернее, убийствами. Мне только пацана спасти, как бы. Еще неплохо бы. Чё ты заныкался-то? Освободите ребенка, вот, да, я о том же. Чёрт, я не всем помогла, кстати. Ясно, понятно. Окей. Куда ты попёл? Вся. Да-да, дайте вот это сейчас не надо так делать. Это кто был, слушай? Это ты, Сул? А-а-а, я поняла. Паскуда. Конфуте! Это этот с легким луком. Ну, короче, с автоматом, чувак. Я-то думаю, что так больно-то. А ну вон что оказывается-то. Все сразу встало на свои места. Я думаю, кто? Никогда такого урона прям адового не было, а? А ну вон что. Пойду-ка я отсюда, да? Все резко стало напоминать мне дичь. Харарать мне на ухо, пацан. Так, здесь что-то выходом не пахнет. Придется через главные ворота. Это, правда, мужик ходит. Что ты орешь-то, пацан? Мы по столу пытаемся выйти. Ненормальный. Что-то ты долгий, пипец. Угу, выйдем мы по стелсу. Хотя нет. Хотя шанс все еще есть. А вот теперь идем. Ну
Мне кажется, Байек оглохнет после этой миссии. Смотри на это. Куда я иду вообще с ним? Я, по-моему, иду к другому лагерю с ним. Так, предлагаю телепортироваться с ним. С ним. Все с ним. Все с ним одним. Интересно, он телепортируется со мной? Или он останется там, где я его типа оставлю? По-моему, он остался там. Ну ладно, может, он прибежит? Я же его как бы освободила. Ну да. Засчиталось. Короче, я его отпустила по улицам гулять. Верховое животное, господи, что там в броне закованное. И где оно? Молот птаха. Нифига себе. Ну это интересно, конечно. Грива такая, знаете, как по бокам, как патла у металлиста. Вот что-то из этого. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно, это была очень долгая серия. Давайте ее завершать, потому что я уже начинаю упарываться. Мне уже лениво стелсить, даже пытаться. Поэтому я занимаюсь всякой фигней, начинаю рашить и начинаю гребать с этого. Хотя без этого было бы даже как-то грустно. Мы же с тобой уже говорили, да? Угу. Да, это кошмар. Что у нас есть? У нас есть фекалоид, который где-то вот тут бегает. Есть песенка. Вполне возможно, мы ее сделаем, но как-нибудь потом. Наверное, пойдем за фекалоидом. Потому что, в принципе... Вот это где? Ну, да, потому что это как раз вот где-то тут. Заковыряем фекальку. Может быть, сделаем вот эту побочечку. Надо еще посмотреть, что тут вообще есть на вот этой вот территории. Но я думаю, это уже по сюжету мы будем узнавать. Посмотрим, короче. Посмотрим, как получится. Пока что я говорю вам спасибо за внимание. Это была странная серия. Реально про тайны и убийства. Ну и про спасение очень-очень громких детей. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. И, в общем-то, до встречи в следующей серии.